все вместе. И вот здесь очень хорошо пытается синхрона. Очень хорошо. Есть перекладка, слепую переложился Хадаюки Фудзино. На своем GTR в 35-м кузове Масато Кавабата, Суинага, Йокои, Фудзино, Сайто, Кибино, Федоров Илья, Лосев Евгений, Сереграце. Итак, друзья, заезды СНК. Вот он, первый заезд синхро в мире здесь, на Примринге. Поехали! Первый едет Масато Кавабата за ним. Ой-ой-ой, как близко здесь. Немного оттаял Хадаюки Фудзино. Пытается ехать в ней вместе, но очень просто ехать Масао Суинаги вторым номером. Пытается максимально близко. Вот он, параллельный дрифт с задними колесами Масао Суинага. Чуть ли не заехал за пределы трассы. Ой, как близко Масао Кавабата! Масато Кавабата болеет за Сайто. Ну что, дамы и господа, давайте посмотрим. Первый заезд троек России. Андрей Песеков, Илья Федоров, Дмитрий Ермохин поменяли неожиданно они свою тактику. Я думаю, что благодаря Тимофею Кошарному здесь все стабильно. Посмотрите, очень хорошее расстояние, ровный темп у троих пилотов. Пытается чуть поднапрыгнуть Илья Федоров к Андрею Песекову. Едет он очень-очень уж открыто. И посмотрите, ровный, стабильный заезд. Вы посмотрите, что эти творят российские спортсмены! Друзья, это же было круто! Дайте шума в Рим-Рим! За это мы переиграли. Итак, дамы и господа, посмотрим следующая тройка. И очень хорошая постановка. Вот Масао Суинага, Масато Кавабата едет вторым номером, пытается Хадаюки Фудзино все-таки догнать эти огромные два ГТРа в 35-м кузове. Вот здесь было синхронно! Очень хорошо, есть перекладка, слепую переложился Хадаюки Фудзино и пытается здесь нагнать. Мимо последней зоны проехал Хадаюки Фудзино, но это было прекрасно, дамы и господа! И первым поедет у нас Илья Федоров. Нет, решили поменяться местами. Первым едет Андрей Песек, Илья Федоров. Вторым, третий, Дмитрий Ермохин. Посмотрите, как ровненько едут наши три спортсмена. Очень близко Дима Ермохин. Пытается нагнать Илья Федоров, нашего черного рыцаря Андрея Песекова. Есть хорошая перекладка. Бам-бам-бам. Переложили все вместе. И вот здесь очень хорошо пытается достать до них Дмитрий Ермохин и Фини. Японцы уже, вижу, боятся этой тройки. Каковы шансы здесь? Шансы у нас очень большие, потому что наша вторая тройка, она очень сильно подготовлена, замотивирована. Причем замотивирована шавермой. Это не реклама, я им пообещал всем по шаверме, если выиграют. Поэтому ждем третью тройку, а сейчас так вот потихонечку раскатываемся. Тимофей, вы отличный психолог, спасибо вам. Выигрывает, конечно, в первом раунде команда Синхро D1. То есть они не суммируют. Итак, дамы и господа, давайте посмотрим следующую тройку. Кибин Тисуя первым. О, за ним Масаши Икоя. Здесь Дайга Сайта на своем корвете. Очень агрессивно пытается подъехать.
здесь тоже стабильный, считаю, очень заезд, очень ровно едут все три пилота, немного подотпал Дайго Сайта, пытается он нагнать. И посмотрим здесь на перекладку. Ой, какая близкая! Ой! Что происходит? Растянул массаж и кое тем самым Дайго Сайта просто заехал в карбон-кевларовую дверь. Я думаю, что при этом при всем каркас безопасности остался целиком. Не будем забывать то, что у Масаши Юкои спереди установлен и масляный радиатор, и основной радиатор, и интеркулер. Мы будем надеяться, то, что ничего из этого не сломалось. Ну что, друзья, встречайте, сибирская тройка, ваши аплодисменты, Россия! Так, вырывается вперед Георгий Чичан, за ним Евгений Лось, Аркадий Серграцев будет третий в этой битве! О, здесь очень близко Евгений Лось, максимальную агрессию он сейчас показывает. Аркадий Серграцев держится на определенном расстоянии, здесь напрыгивает на своих сибирских коллег. Есть перекладка, ой, как перенагружился Аркадий Серграцев, о, как же здесь было круто сейчас, ваши аплодисменты, Владивосток! Вы готовы, друзья мои? Готовы? Не слышу! Поехали! Итак, Исухими на первом номере преследует Масаши Юкои и Сайто третий. Очень агрессивно здесь немного приотпускает. Приотпускает немного лидера Масаши Юкои. Дайго Сайто просто на максимальной агрессии. Посмотрите, что он творит. Пытается наехать на Масаши Юкои. Еще и при этом при всем почему-то ему немного мешает. Очень хорошая перекладка. Все равно доверие Ери Дайго Сайто. Ой, какая агрессия! Просто максимальную агрессию сейчас показал Дайго Сайто. Это было просто что-то неимоверное. Итак, Аркадий Серграцев будет замыкать эту тройку. Ой, какая постановка от Георгия Чевчана. Здесь Евгений. Ой, как близко! Что происходит? Видно, что Аркадий Серграцев пытается всяческим образом не оторваться от двух лидеров. Посмотрите, что творят. Что творят эти парни? Очень близко, прям прилипли друг к другу. Георгий Чевчан очень агрессивно едет и дает подъехать Евгению Лосев. Как же это близко! Что же здесь происходит? Россия вперед! Это был лучший заезд России вперед! SR20VET. Я думаю, что как-то все необычно и неожиданно. Это уж точно особенно для России. Зато у замыкающего держака со сбытом. Да, итак, давайте дальше с вами посмотрим. Все верно, Масао Суинага едет у нас здесь первым. Преследует его в этой схватке рядышком с ним. Кибина Тицуя, но почему-то очень-очень уж быстрый. И Масао Суинаго, Кававата пытается отработать хотя бы Кибина. И вот здесь только хорошая перекладка. Очень хорошо, очень близко здесь в этом моменте рядом с поролоном. Очень круто! Я думаю, что это была неплохая месть для наших спортсменов. Но опять же, друзья, не будем с вами забывать то, что... Ну и, конечно, Аркадий Серегатов так же под капотом VR-38 с двумя турбинами GTX-30 Gen 2 на подвеске 8. Давайте, друзья, с вами посмотрим. Первым едет Андрей Бесега, преследует его Георгий Чичан. Есть хорошая постановка. Аркадий Серегатов, я думаю, сейчас наверстает очень большой угол. У Аркаши большой угол, очень он проваривается. О! Дальше, друзья, дальше нужно продолжать ехать. Давайте. Дальше продолжаем ехать, пытаемся набрать какие-то очки. Здесь скорректировался уже Аркадий Серграцев. Каким-то чудом он прям смог преодолеть Андрея Песега, которого развернуло. Ведь Андрей Песега ехал в этой схватке первым. И дальше пристроился Аркадий Серграцев Георгию Чевчану. Похвала вам, друзья мои! Друзья мои, вот они. И звезды. Так, смотрим дальше. Первый день Масао Суинага преследует его. Тицуя Кибина и Масато Кавабата напрыгивает также на Супру Тицуя Кибина. Ой, как было сейчас неплохо. Выдержит ли темп Тицуя Кибина? Хорошая перекладка. Не дает места своему японскому коллеге Масато Кавабата переложиться. Но все равно нагоняет Масато Кавабата и становится очень близким к последнему сектору.
поехали, друзья! Давайте шума! Погнали! Не очень быстро разгоняется Андрей Песегов. Хорошая постановка у троих пилотов. Здесь напрыгивает Аркадий Цереград на Георгия Чевчана. Немножечко почему-то он подотпал, задел стенку. Ой-ой-ой-ой-ой, что же происходит? Не сконцентрирован был, видимо, сейчас Аркадий Цереградцев. Вот он здесь. Слышно, у Аркадия Цереградцева оторвалось колесо заднее левое. Посмотрите, обратите внимание.